И в завершение выпуска о погоде. 7 июня по области ночью, на севере небольшой дождь, гроза. Днем на севере и востоке области дождь, гроза, ветер юго-западный. 9-14, на большей части области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19, на юге области 22 градуса тепла. Днем сильная жара 33-38, на севере области 30 тепла. В городе переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем сильная жара 33-35 градусов. 8 июня ночью на западе и севере области дождь, гроза. Днем на большей части области дождь, на севере области гроза, возможен град и шквал. 9 июня на севере и востоке области дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, юго-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23 тепла, днем 28-33, на севере области 25 тепла. 9 июня ночью 13-18, на юге области 21, днем 25-30, на юге области 33 тепла.